Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. В это воскресенье, 5 июня, мы с вами празднуем День охраны окружающей среды. Большинство из нас вряд ли заметят эту дату в круговерте будничной суеты. Честно говоря, я и сам до недавнего времени очень мало обращал внимания на важнейший для каждого из живущих на Земле вопрос, кто есть человек в окружающем его мире и как мы должны к этому миру относиться. Со школьной скамьи нам прививают бережное отношение к природе. Вот только вырастая, мы подчас забываем все, чему нас учили. И последствия наших с вами действий бывают самые плачевные. В этот день, 2 года назад на Соловках, мы провели уникальную научно-практическую конференцию, которая была посвящена водным биоресурсам архипелага. Эта конференция неожиданно для нас стала началом очень большой и серьезной работы по осмыслению феномена Соловков как уникального памятника созидательного преобразования природы. Преобразование, которое было бы невозможно без опоры на православную традицию. Современный мир ставит перед нами очень серьезные вызовы в вопросах использования окружающей среды. Каждый клочок природы, где не ступала нога человека, несет в себе печать великой божественной гармонии, которую заложил Господь при создании мира. И наоборот, большинство примеров вмешательства человека в природу, приспособления ее для человеческих нужд, заканчивается безжалостным ее искажением, а зачастую и гибелью. Созерцание природы, ее гармонии и ее богатств дает нам первый чувственный толчок к пониманию таинств мироздания и божественного замысла. У святителя Игнатия Брянчанинова в первом томе его аскетических опытов есть такая замечательная глава. «Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей. Пред нами открылась книга природы. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным, как и воскресение мертвых, кажется невероятным для мудрецов, блуждающих во мраке земной мудрости, не познавших, что Бог всемогущ, что многообразная премудрость Его может быть созерцаема, но непостигаема умом созданий. Богу все возможно, чудес нет для Него. Ежегодно повторяет природа перед глазами всего человечества учение о воскресении мертвых, живописуя его преобразовательным, таинственным действием. Вдумайтесь только, познание одного из величайших таинств будущего – воскрешение мертвых через познание природы. Какие фантастические глубины по своему смыслу и по своему наполнению содержат эти строки. Сейчас мы очень много говорим про экологическое сознание. Необходимость бережного отношения к природе, черпая знания и информацию у западных авторов, забывая свои собственные корни и традиции. Экологические движения на Западе сделали очень много для сохранения дикой природы, минимизации ущерба от деятельности человека. При этом природа для западного человека – это прежде всего источник удовлетворения своих потребностей. Этакий хорошо обустроенный склад, где должно быть чисто, удобно, все должно лежать на своей полке. В нашей православной традиции природа – это Божий храм под открытым небом. В храм, в котором необходимо вести себя очень чутко и осторожно, поскольку любое наше действие, совершенное без молитвы, способно нарушить Богом данную гармонию. При этом речь не идет о том, что мы должны вести себя в природе, как в музее. Совсем нет. Именно православный опыт взаимодействия с природой, ее преобразованием, дает нам понимание того, как человек должен воспринимать окружающий его мир. На Соловках в течение почти 500 лет трудами и молитвами Соловецкой братии была создана уникальная рукотворная экосистема, где человек изменил природу для своих надобностей, одновременно ее улучшив. В прошлом году мы принимали миссию ЮНЕСКО во главе с очень известным международным специалистом Георгием Крестовым. По его мнению, один из важнейших элементов мирового наследия Соловков как раз и является это единство духовного и природного наследия.
Материализованная попытка возврата человека в то райское, безгрешное состояние, где человечество пребывало до грехопадения, и где каждый ручей, каждый камень, каждая веточка служила человеку во славу Божию. Я очень рад, что мы пришли к пониманию этого единства, где молитва монаха в скиту и пение птицы, шелест листвы и тихая проповедь составляют единое целое. И эту целостность мы обязаны сохранить для себя и для своих потомков. Мне совсем недавно попалась очень яркая статья протоиерея Андрея Ткачева «Живая природа, мертвый человек». В ней он так описывает природу, как живой, Богом созданный мир. Если бы у деревьев были органы речи, легкий, язык, губы, умение говорить, какие первые слова сказало бы дерево? Оно сказало бы: «Слава тебе, сотворившему все! Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Если бы был язык у камней, что бы сказали камни? «Слава Богу, создавшему все!» сказали бы камни. То, что нам кажется мертвым, живет. Соловки — уникальный пример того, как наши предки в эпоху, когда хищническое уничтожение природы было нормой, оставили всем нам уникальный пример того, что потом назовут экологическим сознанием. Хотя для них все было очень просто. Они не приступали ни к чему без молитвы, и поэтому Господь невидимой рукой управлял всеми их действиями и трудами. И наоборот, мы очень часто видим пример варварского, хищнического отношения к живой природе, которое совершают люди невежественные и антиправославные, имя которым дала сама жизнь — гиды-гастарбайтеры. Когда мы задаемся вопросом, откуда появляются эти самые гиды-гастарбайтеры, почему, воспитывая наших детей в любви к природе, мы зачастую видим совсем иные плоды. Ответ очевиден. Мы забыли дать себе и своим детям самое главное — понимание единства мира природы и мира человека, как единого воплощения божественного замысла. И тогда для такого человека нанести ущерб природе или просто пройти мимо начинающего гореть леса вместе с группой туристов будет невозможно в силу его внутренних убеждений и мыслей. А для этого необходимо, чтобы закон Божий вошел составной и неотъемлемой частью в систему нашего школьного и дошкольного образования, чтобы дети и мы сами стали воспринимать окружающий нас мир как величайшее творение Господне, где материальное и божественное неразрывно слиты в единое целое. Храни вас Бог и всего вам самого лучшего!